Вальдемар и команда и едет отдыхать. Ну и немножко по делам. Мы отправляемся в Сочи, снимем что-нибудь интересное. Сегодня 8 сентября, вчера я в очках ходил от усталости, а сегодня от подумных глаз. Итак, вот эта женщина говорит, что надо идти за людьми, они точно идут на море. Тихо. Все, дальше сама. Логика железна. Смотри, все идут туда, значит, идут на море. В общем, ребята, мы в Сочи. Пальмы здесь есть. Море, скорее всего, тоже. Море мы видим, в Сочи с балконами. Вот. Завтра нам, конечно же, придется переезжать в родовое имение. В поместье, так сказать. Это ужас. Знаете, вот 4 дня выживания. Да. Яхте мы сегодня не хотим кататься. Просто не хотим. У вас есть яхта? Да, дома в море плаваю. В тазике. В тазике на балконе. На балконе, да. Красивая яхта. Кстати, эта женщина все знает о фиксиках. Да. У нас тут первые сознательные шаги по морю. Нравится тебе на море? И маме нравится, да, на море? Здесь содержание бензина превышено в море. Мне нужна панамка и очки. Ну, помоги себе сама. Если сравнивать с Ялтой, то Сочи намного интереснее. Поживописней, почище, посовременнее. Не особо так много обшарпанных домов. Ну так, надо было билеты вовремя покупать. Все ты, блин. Пока он причешется, пока он оденется, 10 лет пройдет.
вечерний Сочи покрывается в пробке и тусовке. Папа играет в эвакуаторы, а дочь выбрала пожарную машину. Отдохнули денечек в Сочи, дальше едем в увлекательное место. Не переключайтесь, находимся мы сейчас на вокзале. Сочинском от апартаментов было нам идти где-то 900 метров. Все цивильно, все чисто, антисептики есть. Детская площадка на территории, детей можно поразвлекать. Погнали вместе с нами. Все, мы приехали на станцию Шепсия. Сам здесь в первый раз, потому что в то место, куда мы едем, ласточки не останавливаются, только на такси. Так что погнали ловить такси, немножко возьмем фруктов и дальше покажем, какое интересное место приедем. Зеленое, с чистым воздухом, не то что Сочи. Погнали. Так, хороший знак. Псы кипиш наводят. Я поездки, я не вижу маму. Как тебе в Сочи, понравилось? Да, 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 да. Сейчас куда ты едешь? Бабу. Бабушке еду, да? В секретное место. Я бабу. Мама очень любит эти места. Сейчас нет, да? Друзья, мы добрались до места. Здесь уже в модных кепках ходить нельзя. Неправильно поймут. Итак, мы находимся в поселке Южные 3. Погнали. Родовая усадьба, шалаш. Вот если наверх посмотреть, вот от левой точки и почти до конца. Все, наша банда собирается на море. Вот наверху у нас главное заводило тусовок. Остается за старшую. Будет готовить вечерние. Вечерняя пати. Также здесь можно снять коммерческое жилье. Мой телефон будет в описании. Дам советы, как сюда попасть. Потому что просто так сюда добраться невозможно. Спустя метров 200 есть не менее колоритное здание. Еще недавно его заселяли филиал франшизы кришнаидов. Проводили здесь песни, пляски. Заманивали людей, которые продавали квартиры свои. Вкладывались в эту секту. Их тут 2-3 дня на руках поносят. Ну и дальше. Я даже не знаю, чем они занимались. Я их так бездельниками называю. Здесь у нас происходят танцы, танцпол. Если хорошо поджать, может, и я спою. Возвращаясь к кришнаидам, спустя какое-то время
главарь банды у них ушел в мир иной, и филиал этот медленно начал разваливаться. Поэтому здесь каждый кришнаит теперь на весь золото. Хорошие апартаменты на горной речке с минимальным содержанием бензина. Так, но это главное здание. На фото, если найдете в интернете, подкупает невероятно. Вон, видите, электрички ездят. Станция находится прямо здесь. Но единственное, что ласточка сюда не подъезжает никогда. Нужно останавливаться либо в Шипси, либо в самом Туапсе и чесать на такси. И вон там вдалеке, в туннеле, виднеется море. Пошли посмотрим, что у нас там на море творится. Не был я здесь пару месяцев. Много кораблей. Красиво, конечно. Все загружаться топливом. Такие у нас вечерние закаты. Посмотрим, что завтра будет. Ну что, ребятки, поехали посмотрим город Туапсе. Город-герой даже. Сейчас такси где-то нас тут ждет. Тут очень тяжело объяснить таксисту, откуда нас забирать. Погнали. Ну ты задери ногу, так мы не поймаем машину. Вот. Стой, хоть кто-то нам может. До природы здесь. Мы приехали в Туапсе. Есть приятная заметка. Если вызывать из нашего усадьбы в Туапсе такси Яндекс, то получается в районе 550-600 рублей. А если как раньше по телефону местных такси, например, Red там или еще кого-то, то выходит всего лишь 300 рублей. Может, кому-то будет. Да, так что все по счетчику. Пойдемте смотреть, что за город-герой такой Туапсе. Как же женщины без шопинга? Благодаря этой женщине мы быстро поймали такси. Все-таки ноги делают свое дело. Наташка, твоя тема, поедешь? Белуперия нам не простит паровоз. Это мощный автомобиль. Это вообще пушка. Здесь время остановилось лет 30 назад. Я тебе о чем и говорю. Везде уже электрические здесь. Говорит. Знаешь, что я вспомнила? Да ладно, у тебя память заработала? Да, память заработала. И карусели здесь еще с советских времен. Аттракционы никто не меняет. Вот вам и разница. Сочи примерно, это как Москва. А Туапсе, ну это как замка выехать. В нашей стране так понял, везде схема работает. А ты откуда знаешь? Опять он папарацци. Он уже в историю выкинул? А, батя. Все палит. Я сейчас с тобой разговариваю, тоже палит. А как же вообще барабулька? Барабулька. Это святое. Святое. Не трогай, я сейчас сорвусь. Давай, срывайся. С этой женщиной не пропадешь. Всегда о еде думать. Бабуля крымская, раз в 5, наверное, больше. Ну там вкусно. Да ладно, ставим один лайк в конце. Мы покушали,
кухня достаточно вкусная, недорогая. Мидии обалденные будут в следующем месяце. Им примерно рублей по 100. А мидии брабуля. Мою безалкогольную дороже было, очень видно за 100. Брабуля порция 400 рублей стоит. Мидии тоже 400. В общем, закусить, попить пивка 1000 рублей, я думаю, это вменяемо и нормально. Как раз мы сошли с центральной улицы и идем в сторону какого-нибудь продуктового магазина. Потому что на нашей даче нет магазинов. Приходится ездить на такси. Да, давайте одну вырезку, вот побольше которой. Да, килограмма два. Чуть не опоздали на рынок. Примерно как называется фэшн-улица. Пешеходная улица. Много-много магазинов. Но правда работает здесь все до 7 часов вечера. Пока жена покупает продукты, я зашел в мужской развлекательный отдел. Нужно запасами запастись. Нам еще 3 дня здесь куролесить. Фиг с ним, я сейчас отписываюсь, описываться хочу, не могу, я уже танцую, а здесь нет ничего. На ютубе будет. Видеофон. В общем, погоним обратно на усадьбу, затарились продуктами. Сейчас таксерик и погнали. Сегодня новый день, плюс праздник, Всемирный день трезвости. И мы отправляемся в поселок Лазаревский. Погнали, отдохнем еще где-нибудь. Станции будет осуществляться в вагонах с 3 по 10. Генерация осуществляется с головной части состава. Вот вам и поселок Лазаревский. Один из самых загруженных курортов, наверное, второе место занимает после Сочи. Ну а в нашем южном только природа и расколбас, покайфовать, расслабиться от суеты. А кому нужны тусовки, тем или в Лазаревске, я думаю, или в Сочи. 10 сентября сегодня. Середина дня, самое палящее жаркое солнце, но пляжи загружены. Кто оплатил за бананчик? Ребята, подходим, получаем жилеты. Кто оплатил за бананчик, подходите, получайте жилеты. Время пообедать. Что может быть прекраснее море? Дельфинов посмотрели. Ну так давай половим. Очень большой парк здесь. Чёртово колесо огромное. Всяческие американские горки. Ну, в общем, в Лазаревском, как и в Сочи, есть чем детей поразвлекать. Открывается он часиков 6, но немножко рано. Нам пора уже на поезд. Откроется где-то в 6, когда солнце заходит. Все заработает, закипит. Музыка заиграет. Номер
Сейчас покажу в электричке туалет. Посадка окончена, поезд отправляется. Следующая остановка Таше. Вот эти огромные туалеты в электричках из Сочи, как раз надо. Будет осуществляться в вагонах с 3 по 10. Нумерация осуществляется с головной части состава. Смешной Лукерья. Тебе нравится здесь, дочь? Прощаемся с родовым имением. Что, друзья? Прощаемся с родовым имением и следуем дальше в Краснодар. Поехать, конечно, хотел я красиво до электрички. Вот на этом пазике. Но комфорт все-таки нужен. Поэтому мы мчим на электричку. Дальше пересаживаемся на ласточку и часика через 2,5 будет в Краснодаре. Погнали! Утреннее море в 7 утра. Погнали в Краснодар. Мы прибываем на станцию Гизель-Дере. We are arriving at Gizel-Dere. Ну что, друзья, мы в Краснодаре поселились вот в таком отеле. Сейчас ждем такси, приехали мы сюда, в гард обеда детского. Дальше покажем вам Краснодар и завтра поедем обратно домой. Все, погнали ждать такси. Возможно, возникнет вопрос, почему вы в Краснодар приехали к ортопеду. Потому что в Москве хороших ортопедов нет. До этого мы были в Питере, а сейчас в Краснодаре. Записались мы в эту клинику в июне месяце на сентябрь. Вот представьте, какая запись к хорошим ортопедам. Привет! И мама, смотрю, занята, рисует, да? Мама тоже рисует у тебя? Ты ножки лечит? К доктору приехал? Да. Почти какая? Это пипец. Спасибо, спасибо. Ташка. Thank you.
Так, ну что, с ортопедом мы все вопросы благополучно решили, остались довольны. Сейчас, я думаю, вам стоит показать одно из мест в Краснодаре, мы нашли жемчужина. Заскочил вот в такой торговый центр Краснодар, потому что я, растяпа, забыл свои плавки в семейном родовом убежище. Так что погнали, посмотрим, какое место мы сейчас вам покажем. Мы приехали в резиденцию Санторини. Оказывается, сегодня последний день она работает. Сегодня закрытие. Удачно мы попали. Это Санторини, детка. Смотри, на, пальчик. Юмка, это пальчик. Вот вам и вечерний Краснодар. Главное, я так понял, здесь достопримечательность. Это улица Красная. Пустой Black Star Burger. Что днем там никого нет, да что и вечером. Пошли дальше, посмотрим. Где-то должны быть еще светящиеся фонтаны. А ты со всеми здоровайся. Все, заканчивается наш мини-отпуск. Отправляемся в аэропорт. Надеюсь, ролик вам понравился. Поставьте лайк или дизлайк.